найти точку, чтобы отрезок АС был в полтора раза длиннее, чем отрезок БС. На самом деле, все, что от вас требуется, это также разобрать картинку. Молодец! 6 в полтора раза больше, чем 4. Вы про это? Все, отлично. Один вариант придумали. Здесь 4, здесь 6. 6 это 1,5 умножить на 4. Спасибо. Второй вариант, когда точка С расположена с какой-то другой стороны. Да, B. Какие расстояния между ними? А, B это 10, мы знаем, а, B, C это сколько? Надо было посчитать это расстояние. Сколько? BC равняется 5 сантиметров. BC равняется 5. Видите ли, в чем дело? Тогда у нас здесь будет 5, а здесь у нас будет 15. А неужели 15 в полтора раза больше, чем 5? Это же неправда. Кто подберет такую величину BC? Отрезок AC на 10 больше, чем BC. Вы должны понять, какую взять величину отрезка. А BC у меня получилось 20. 20 действительно правильно. Так, а как вы его получили? Просто подбором или уравнением? Подбором. Давайте проверим. Значит, здесь 20 плюс 10 это 30. А 30 в полтора раза больше, чем 20. Отлично. Умение составлять простые уравнения, это действительно уже важно. Итак, что у нас есть? Точки А, Б, между которыми расстояние 10. И у нас есть на самом деле три картинки. Одна картинка, точка С где-то сбоку. Другая картинка, точка С где-то между точками А и Б. И третья картинка. Точка С с другого боку, справа. Что от нас требуется? Составить уравнение. Значит, напоминаю, АВ равно 10 во всех случаях. Давайте вот эту величину обозначим 10 минус х, а вот эту величину обозначим х. А здесь на картинке давайте вот эту величину обозначу х. А тогда вот эта величина, это будет 10 плюс х. А на этой картинке давайте я для простоты вот эту величину обозначу х минус 10. Это я хочу, чтобы у меня везде bc это была величина х. Да? Вот здесь bc х, здесь х, и здесь bc это х. Только три разные картинки. В каждом из этих случаев надо написать уравнение, что отрезок AC в полтора раза больше, чем BC. Поехали. Отрезок AC это х минус 10. В полтора раза больше, чем х. Ну, господа, если честно, очевидно, что этого просто не бывает. Потому что вот эта величина меньше, чем х, а это больше, чем х. Все, такого не бывает. Ну, если честно, ответ получается х отрицательный, и, в общем, все плохо. Теперь здесь. 10 минус х это 1,5 х. И здесь 10 плюс х это 1,5 х. Ну, замечаете. Смотрите, что я делаю здесь. Переношу х в эту сторону. Получаю 10 это 3/2 х плюс х. То есть 10 это 5/2 х. Ну, другими словами, 20 это 5 х. Х равен 4. Отлично. Иду сюда. 10 это х пополам. Х равен 20. Ну вот и все. Те самые число 4 здесь, число 20 здесь.